Лучшие компьютерные игры и журнал «Игромания» представляют. Welcome back, Commander. Начиная работу над новой частью, мы не ставили задачу создать еще одно продолжение серии «Сенси», которое заканчивается погружением в таинственную белесую пелену и очередной загадочной фразой Кейна. Мы решили, что пришло время завершить эту серию. Это не означает конец вселенной Сенси, но определенно мы хотим достойно завершить эпопею вокруг Тайбериума. Мы хотим громко хлопнуть дверью. Мы решили завершить серию в нашем фирменном стиле FMV, то есть включить в игру живые съемки звездных актеров. Хотя в наше время это уже, наверное, ретро. Есть такое мнение, что этот стиль несколько комичен, потому что здесь нужны декорации, актеры и костюмы. Но для вселенной Тайбериум мы написали довольно серьезный сюжет. Это вовсе не веселое приключение со счастливым концом. Вселенная Red Alert определенно комична, но в Тайбериум все очень серьезно. Когда вышла первая Сенси, все восприняли ее сюжет вполне серьезно. Конечно, если оглянуться сейчас назад, он вызывает легкую усмешку. С тех пор технологии шагнули далеко вперед. Появились потрясающие камеры, которые легко перемещаются по съемочной площадке, и снятое окружение уже не выглядит таким статичным, как раньше. Поэтому мы решили совершить очередной прорыв в создании сюжетных заставок. Нам не хочется, чтобы нашу игру причислили к комедийному жанру, ведь на самом деле здесь вполне серьезный сюжет, который нам хочется достойно преподнести. Мы хотим поместить игрока в самую гущу событий. В традиционном для CNC стиле вы увидите относительно статичные отснятые сцены, но мы используем камеры так, чтобы создать настоящий вид от первого лица. Чтобы игрок находился в самом центре событий, мог перемещаться и взаимодействовать с окружением. По правде говоря, за последнее время серия CNC стала излишне пародийной. Здесь появилось слишком много драматических монологов, неистового сотрясения воздуха. Мне кажется, когда игроки видят, как Джо в кожаных перчатках потрясает кулаками с трибуны, это просто отвлекает их от сюжета. Поэтому мы решили создать сюжет, в который достаточно легко поверить. Внести взаимодействие с окружением, диалоги, создать более убедительную игру, способную вызывать у игроков эмоциональную реакцию. Нам хочется воздать должное всем нашим фанатам, которые провели за этой игрой по 14-15 лет, как, впрочем, и я сам. Но мы уверены, что игру приобретут также и новички, которым не захочется играть в Tiberian Dawn и Tiberian Sun. Поэтому мы создали специальную дверь и для них, чтобы новички могли комфортно войти в события нашей вселенной, а не погрязли бы в научной фантастике, где вообще ничего не понятно. Игра должна быть интересной для всех. Итак, предыстория нашей игры. События начинаются в 2062 году, примерно через 10 лет после окончания Cain's Wrath и через 15 лет после событий CNC-3. Человечество оказалось в очень тяжелом положении. Взрыв жидкого Тиберия во время бомбардировки храмов Сараева привел к ускоренному росту плантаций Тиберия по всей планете. И теперь ультразвуковые устройства, которые мы использовали для сдерживания распространения этого минерала, больше не работают. Если так будет продолжаться и дальше, то к концу 2068 года на Земле закончится кислород, закончится вода, и человечество будет обречено на неизбежное вымирание. Разумеется, центральная фигура нашей вселенной, Кейн, снова выходит из тени. Он возвращается и обращается к GDI с предложением о сотрудничестве. Никто никогда не думал, что такое может случиться в нашей вселенной. Используя Тацитус, Кейн разработал систему, позволяющую контролировать распространение и рост Тайбериума в глобальных масштабах. Но он не в состоянии построить ее самостоятельно. У Нот нет ни ресурсов, ни технологий, сравнимых с теми, которыми располагает GDI. Террористы провели слишком много времени, разъезжая на танках и стреляя по богатым, не заботясь о развитии собственной индустрии. Ко всеобщему удивлению, GDI и Нот создают альянс, но с обеих сторон есть лица, которых это соглашение не устраивает. В течение 60 лет Кейн пытался уничтожить GDI и разрушить все, чем они дорожили. А теперь все вдруг становятся хорошими приятелями. В стане Нот тоже полно недовольных. Кейн призывал всех распространять и выращивать Тайбериум, поднять восстание против GDI, а теперь он говорит, что все это уже не актуально. С каждой стороны есть группы экстремистов, которые недовольны случившимся.
Однако главные события нашей игры начинаются через 15 лет после заключения союза. Сеть контроля распространения Тайбериума практически построена. Хоть и не без проблем, но обе стороны придерживаются союзного договора. В общем, ситуация напоминает холодную войну. НОД и GDI больше не бомбят и не стреляют друг в друга, хотя мелкие перестрелки и возникают время от времени. Но гонка вооружений в полном разгаре, и напряженность постоянно возрастает. Постоянно слышны угрозы. Если вы на нас нападете, мы пустим в ход мощные роботы, танки, авиацию. В общем, происходит балансировка на грани войны и мира. Однако сеть контроля Тайбериума, главная цель заключения союзного договора, уже практически создана. Рост Тайбериума под строгим контролем, и его благо используется для возрождения земной цивилизации. Теперь все хотят сделать Землю такой, какой она была до появления злосчастного минерала. Главная идея — воссоздать первоначальное нетронутое окружение, которое неизбежно получится искусственным и поэтому будет вызывать ощущение наползающего страха. Это что-то типа огромного торгового центра, который должен выглядеть как небольшой город, но там все искусственное, и поэтому он иногда вызывает приступы панического страха. Нечто подобное пытаются создать и наши союзники — планету с измененным климатом, где условия в некоторых регионах насилуются намного сильнее, чем в других. Но в целом наступает новый золотой период. Тайбериум под контролем, планета возрождается, повсюду достаточно еды и лекарств. Тем не менее, витает какое-то ощущение тревоги. Ощущение, что все уж как-то слишком хорошо. Долго так продолжаться не может. Но главный вопрос, не дающий всем покоя, что заставило Кейна повернуться спиной к Тайбериуму, изменить своим убеждениям, тому, что сделало Кейна Кейном, а Нод — Нодом? Почему это вдруг, вместо того, чтобы громить свободный мир, он вдруг решает перейти на его сторону? Что он хочет получить за эту услугу? Ради чего Кейн все это делает? В этом и состоит главный вопрос CNC-4. Вопрос о будущих перспективах, о том, хороши или плохи истинные намерения Кейна. CNC всегда поднимал вопрос о будущих перспективах. Априори, Нод — это не порочная организация, у них просто другие цели и другая точка зрения. Так что все предыдущие военные действия — это следствие разницы в восприятии мира. Нам хотелось использовать все это в качестве основной движущей силы наших игровых кампаний. Кампанию на стороне GDI мы назвали «Человек, который убил Кейн». Она построена в стиле научно-фантастического экшена со стремительным развитием событий. Она чем-то похожа на «Идентификацию Борна» и на «24 часа искупления». Это экшен с быстрой драматической сменой событий. Наш основной замысел — создать потрясающее завершение эпопеи о Тайбериуме, где вместе с глубокой сюжетной линией вас ожидает интенсивный экшен, но все это должно вызывать определенные эмоции. Раньше в CNC игрок всегда был командиром, то есть не был настоящим действующим лицом. В этот раз мы хотим сделать вас обладателями части игровой вселенной, чтобы окончательный результат вам был вовсе не безразличен. Обычно игроки сначала играют на стороне GDI. Во время первого прохождения новой игры мы советуем вам сделать то же самое. Наша игра создана максимально доступной. До всего, что там ни говорится, вы сможете быстро догадаться сами. Вам не придется читать книги или проводить по много часов в интернете, чтобы понять суть основных сюжетных линий. Тем не менее, нам удалось создать достаточно глубокий сюжет. Если вы фанат серии CNC, то здесь вы найдете множество сладостей и деликатесов. Многие события связаны с событиями предыдущих игр, дополняют их и действительно связывают все 4 игры вместе. О будущих перспективах вы узнаете из кампании на стороне Нод. Мы назвали ее «Рано или поздно все должно завершиться». Это центральный момент всего сценария. Здесь вы узнаете правду об истинных намерениях Кейна. Что делал Кейн на самом деле? Кто он такой? Что ему нужно и зачем? Думаю, именно эта часть привлечет внимание фанатов нашей серии. Им отнюдь не безразличны эти вопросы, и мы создали для них исчерпывающее завершение всей эпопеи. Кампания за Нод — это более мрачная история. Различные нюансы здесь намного более значимы, чем в кампании за GDI, которая больше похожа на экшен. Здесь вас ожидает настоящая глубина сюжета, настоящая трагедия правды о Кейне. Поскольку эта кампания в определенном смысле параллельна кампании за GDI, у вас будет возможность взглянуть на свои собственные подвиги со стороны.
Возможно, у вас зародится сомнение, спасали ли вы мир на самом деле или делали его только хуже. Нам очень хочется, чтобы вы задумались над своими действиями. В некотором смысле здесь заключена синергетика обеих компаний. У вас появится шанс увидеть настоящего Кейна. Все знают его как порочную личность, выступающую с трибун с драматическими воззваниями. Но не может же он быть таким все время. Поэтому очень интересно узнать, кто же на самом деле эта нестареющая личность, беззаветно преданная своим идеалам. Что движет им на самом деле? В чем он видит смысл своей жизни? Получение ответов на эти вопросы и есть главная цель компании «Занод». В первую очередь она создана для хардкорных фанатов нашей серии, для людей, кто действительно ее любит. Это завершающий аккорд всей нашей эпопеи в их честь. Именно благодаря богатому сюжету Command & Conquer сохраняет популярность на протяжении стольких многих лет. Фанатам всегда интересно, чем же закончатся события, происходящие в игре. Однако, помимо сюжета, будет и много геймплейных нововведений. Например, вы увидите совершенно новую систему развития. Каждый убитый вами юнит будет приносить вам очки опыта. Ваш уровень будет постепенно повышаться, и по мере этого у вас будут появляться новые виды юнитов и новые возможности. У нас эта система будет реализована не так, как в других играх. У нас вы сможете прокачиваться как в скирмишах, так и в одиночных кампаниях, так и в мультиплеере. И все открытые юниты и возможности будут доступны во всех трех режимах. То есть, если я открыл какую-то фичу в скирмише, то могу использовать ее в мультиплеере. А если я открыл что-то, рубясь в мультиплеер, то смогу использовать это для прохождения одиночной кампании. Это глобальная система, а не просто особенность какого-то режима игры. Кроме того, мы постоянно будем выпускать дополнительный контент, и у вас всегда будет стимул играть дальше и зарабатывать что-то новое. Что это означает? То, что в CNC 4 система развития игрока будет охватывать всю игру, а не только синглплеер. Вы сможете перенести все заработанные юниты и возможности из одиночной кампании в режим скирмишей или в мультиплеер. И именно в онлайне раскрывается истинная польза такого подхода. Ведь традиционно мультиплеер — это место сбора хардкорщиков. Казуальным игрокам туда страшно сунуться. Новичкам приходится вести неравный бой с теми, кто на сетевых баталиях собаку съел. И у многих игроков просто пропадает интерес к мультиплееру, когда они терпят поражение за поражением. Но в CNC 4 вы сможете сначала прокачаться в одиночной кампании, получить уйму юнитов и возможностей, и только потом выйти в онлайн, имея преимущество над другими игроками. Или наоборот, если у вас не получается пройти какую-то одиночную миссию, то вы сможете прокачаться в скирмишах или в мультиплеере. Помимо элементов развития, в CNC 4 будет система классов. То есть вы должны будете выбрать один из трех классов для своего персонажа. Offensive, то есть нападающий класс, фокусируется на юнитах и на апгрейдах к этим юнитам. Defensive, то есть защитный класс, сосредоточен на оборонительных структурах и на обороне ключевых точек. А Support класс, то есть класс поддержки, специализируется на воздушных юнитах и всяческих вспомогательных действиях, таких как лечение, починка или увеличение радиуса действия оружия. Система классов хороша тем, что она предоставляет выбор игрового стиля. Например, если я не хочу лезть в гущу боя, то выберу класс поддержки и предоставлю кому-то другому возможность сражаться на передовой. Если меня прет от строительства, то я выберу защитный класс. Мобильная база в CNC 4 будет называться «Кроллер» и представлять собой все в одном. Раньше военная фабрика была отдельно от строительного цеха, но теперь все ключевые структуры будут собраны в одном огромном вездеходе, который сможет перемещаться по карте и выпускать юниты прямо во время движения. Или удерживать их в своей утробе до вашего приказа о высадке. Таким образом, вы сможете сконцентрировать все свое внимание на одном участке карты. Хардкорным игрокам это даст много новых стратегических возможностей, таких как, например, заманить врага в ловушку. Вот он видит ваш кроллер, движущийся без какой-либо поддержки, начинает его преследовать. Вы заманиваете его в укромное местечко, и там запускаете полномасштабную высадку войск из трюмов своей передвижной базы.
Еще в CNC 4 будет респаун. С его помощью мы решим одну давнюю проблему стратегий. Ведь бывает такое, что в онлайновом матче все игроки объединяются против одного и выносят его в первые 5 минут игры. И бедолаге ничего не остается делать, кроме как выйти из игры или присоединиться к другому матчу. Такое положение дел пагубно влияет на игровое сообщество. Друзья сильно обижаются друг на друга, и в общем, ничего хорошего. Поэтому мы решили внедрить механику респаунов, как в шутерах. Но с двумя оговорками. Вы сможете респауниться только в своей части карты и только один раз за минуту. Так что есть небольшие ограничения. Однако все юниты и технологии, которые вы заработали до уничтожения вашего кроллера, остаются на карте. Еще CNC 4 постоянно будет в режиме онлайна, даже когда вы будете играть в одиночную кампанию. Это нужно для того, чтобы мы могли отслеживать ваше развитие, а также ваши друзья смогут увидеть, куда вы дошли. Это все равно, что играть на Xbox 360. Даже если вы не в мультиплеере, ваши друзья смогут видеть, чем вы занимаетесь, и посылать вам приглашения на совместные матчи. Поэтому CNC 4 будет социальный RTS, менее раздражающий, более захватывающий. Игра будет основана на выполнении определенных целей, на захвате точек, на исполнении миссий. Конечно, можно будет и вынести противника с карты, но это не принесет вам победы. Чтобы выиграть, нужно будет достичь какой-то цели. Например, будет такой режим доминирования, в котором на карте будут указаны 5 контрольных точек. Побеждает та команда, которая первой захватывает все 5 этих точек. Можно уничтожить другие команды, но они респаунятся. Такая механика позволяет каждому игроку быть в игре вплоть до полной победы или поражения его команды. Поэтому в основе CNC 4 лежит принцип «один за всех» и все за одного. В игре будет система команд. Вы с друзьями сможете объединиться и проходить миссии в одном составе, пройдя одиночную кампанию, выйти в мультиплеер и покорять просторы онлайна как один экипаж. Больше не будет этой глупой системы, когда один игрок создает лобби и приглашает в него игроков на каждый раунд. Теперь вы с друзьями весь вечер будете перемещаться вместе. Новый сайт будет поддерживать клановые матчи, стимулировать развитие игроков, а также будет много новых режимов мультиплеера. Результат всех этих нововведений в том, что теперь в CNC будет ролевое развитие, уйма новых юнитов и возможностей, которые вы сможете заработать, глобальная система прокачки вашего персонажа, система кастомизации, то есть подбора вашей армии, и новые общественные возможности, которые, на мой взгляд, являются очень даже новаторскими и обязательно понравятся нашим фанатам. По сюжету, после событий третьего CNC, Тайбериум занял всю поверхность Земли. Как же теперь будет происходить сбор ресурсов? Можно будет собирать их в любом месте? Наверняка вы создадите какую-то новую механику. Дело в том, что Тайбериум захватил всю поверхность Земли за 15 лет до начала событий четвертого CNC. За эти 15 лет Кейн вместе с GDI смогли терраформировать Землю, и теперь Тайбериум занимает уже далеко не всю ее площадь. Могущественное братство Нот, объединившись с GDI, смогли взять Тайбериум под контроль. Поэтому со сбором ресурсов все будет в порядке, а некоторые нюансы этого процесса будут объяснены сюжетом. Скажите, как вы будете балансировать игру при вашей системе развития игрока? Ведь получается, что мы можем прокачаться в скирмишах. И одиночная кампания будет для нас настолько проста, что играть будет неинтересно. Как вы хотите соблюдать баланс сложности синглплеера при таких условиях? Возможность прокачаться в скирмишах и в мультиплеере — это несомненное преимущество нашей игры. Но вы правы в том, что оно может нарушить баланс сложности в одиночной кампании. Однако дело в том, что синглплеер в CNC 4 будет открытой системой, а не набором поочередных миссий. В нем будет много путей прохождения и много возможностей для нас поднять сложность в зависимости от вашего уровня. Благодаря этой его гибкости мы сможем сбалансировать игру. На наш взгляд, визуальный стиль игры сильно изменился по сравнению с прошлой частью. Почему вы решили изменить его? И в каком направлении вы его меняете? Я бы не сказал, что мы сильно меняем визуальный стиль Command & Conquer. Просто мы хотим улучшить графику в игре и выпустить стратегию действительно нового поколения. Никаких драматичных изменений визуальный стиль CNC не переживет, но картинка станет гораздо красивее, чем в прошлой части. Так вот, чем же уникален визуальный стиль CNC 4? Из всех особенностей я выбрал 4 главных, которые вносят наибольший вклад в графику нашей игры. Первая называется
Deferred Lighting, то есть задержанное освещение. Это одно из улучшений модели освещения. Вторая — эстетика окружения. Третья называется охренительность визуальных эффектов. Позже я объясню, что это значит. И четвертая особенность называется стили фракций. Начнем с задержанного освещения. Как я сказал, это значительное улучшение нашей модели освещения. Оно не требует больших производительных мощностей, зато сильно улучшает динамическое точечное и спотосвещение. Оно позволяет нам делать со светом то, что мы с ним еще никогда не могли делать. Вот несколько примеров. На этой картинке вы можете узнать корму потерпевшего крушение транспорта из демонстрации. Это световая модель без задержанного освещения. А это с задержанным освещением. Как можете заметить, на второй картинке света гораздо больше. Это до, а это после. На двигателях космического корабля